Привет, с вами Каска. В этом видео вы узнаете, как слегка повысить FPS в Resident Evil 4, а также избавиться от лагов и фризов. Настроечек в этой игре много, и мне есть что рассказать. Попрошу лишь большие пальцы вверх, а также подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну а мы полетели. Ищешь, где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть офис или вообще антивирус? Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключиками будет в описании. Первое, что мы делаем. Залетаем в игру. Нажимаем настройки, переходим на графика. Я покажу два пресета. Первый будет касаться более мощных систем, такие как 1080 Ti, 2070 Super и так далее. Сделаем так, чтобы соотношение картинки к FPS не сильно отличались, то есть максимально хорошая картинка с максимально высоким FPS. Естественно, на разных системах все может быть по-разному, но плюс-минус саму идею я тебе задам, а ты уже сможешь сам поднастроить под свою систему. Ну и второй пресет для, естественно, более слабеньких ПК. Разрешение экрана оставляем по соотношению к твоему монитору. Если есть большие проблемы по FPS, у тебя очень слабая система, можешь понизить на несколько параметров. Допустим, у нас Full HD, мы можем поставить на один параметр ниже. Либо же самое легендарное разрешение, которое более-менее картинка, но очень большой FPS. Это 1280 на 720. Очень сильно разгружается наш процессор, поэтому для слабых систем это подойдет как надо. Частота обновления ставим максимальное значение. Частота кадров переменная. Режим экрана во весь экран. Вертикальная синхронизация. По дефолту мы ее отключаем, но если у тебя процессор загружен на все 100%, можешь включить. Чаще всего это помогает. Разрешение видеороликов я оставляю на 4К. Трассировка лучей. Для видеокарт 3060 можно по сути поставить на обычное, так как трассировка кушает, ну, чаще всего не более 15 кадров. В моем случае около 10-12, и это в 2К разрешение. Если у тебя Full HD, то можешь ставить даже высокое. Но по дефолту изначально лучше всего отключить, сделать полностью настройку, а потом уже тестировать, как тебе больше нравится. Здесь у нас есть два Fidelity Super Resolution. Первая его версия и вторая. Как мне показалось, ультра качество делает картинку чутка четче и больше FPS. В моем случае на 4-5 кадров. Но у тебя может быть по-другому, и скорее всего так и будет. Потому что вторая версия Resolution, она более оптимизированная. Поэтому можем смело ставить на качество. Но для первого пресета мы, конечно же, отключаем. Потому что картинку мылит на самом деле очень даже неплохо. Но и бустит. Около 15-20 кадров. Качество изображения. Я оставляю по дефолту на 100%. Режим отрисовки. Обычный. Ну и теперь начинается самое интересное – сглаживание. В моем случае на 3060 Ti на FPS никак не влияет. Ставим мы TAA, FXAA плюс TAA, либо выключаем. Картинка у нас становится лучше, по FPS разницы никакой. Поэтому, конечно же, оставляем FXAA плюс TAA. Качество текстур. То же самое, на FPS никак не влияет. Единственное, что только объем видеопамяти. Я оставляю по дефолту на высокое 2 ГБ. Можно поставить, конечно же, и выше, но есть ли смысл? Я особой разницы, если честно, не заметил. Поставил на 8 ГБ и разница между 2 или 8, ну, по сути, почти никакой. Нужно прям приближаться и присматриваться. Я даже ставил и низкое, и среднее, не прям так, чтобы что-то было серьезное. Качество фильтрации текстур. На FPS никак не влияет, оставляя на высокое 16x. Качество сеток. На FPS никак не влияет. Ставим высокое либо максимальное. Но, на всякий случай, поставим лучше высокое. Мало ли будут какие-то сценки, где может быть просадок по кадрам. Качество теней. Тени тоже интересно работают, и если мы ставим низкое, среднее, либо высокое, по кадрам разницы абсолютно никакой. Если ставим мы максимальное, то кадров 40 точно кушает, поэтому рекомендую оставлять на высокое. Кэш теней оставляем включенными. Контактные тени, вот они уже кушают FPS, в моем случае 5-8 кадров, поэтому мы их можем уже отключить. Рассеянное затенение. Тут тоже интересная ситуация. Если мы выключаем, то повышаем на 10-15 кадров сверху. Если мы включаем SSAO либо Fidelity FX Cacao, которая, естественно, в разы лучше, как по мне, но разница между SSAO и Cacao никакой.
Поэтому тут смотри, как тебе больше нравится, оставляешь какао либо SSAO. Объемное освещение. В моем случае на FPS никак не влияет, но максимальное я все равно не ставлю, а оставляю на высокое. Частица. На FPS никак не влияет, оставляем высокое. Свечение. То же самое оставляем включенным. Отражение. На FPS влияет от 5 до 10 кадров в среднем. Лично я отражение оставляю в последнюю очередь. Если по кадрам все отлично, то в конце можем его включить. Но поначалу отключаем, конечно. Конечно же, рассеивание. Если мы отключаем, что очень странно, мне кажется, когда выключено, как показано на картинке, лицо Леона более четче. Но в таком случае мы наоборот повышаем FPS на 5-7 кадров. Поэтому я лично выключаю. Детализация волос. Ставим обычное, либо высокое. На FPS влияет, но не так прям критично. Тела. По желанию. Неисчезающие тела. Тоже по желанию. Физика тел. Я оставляю на высокое. Анимация врагов. Включить. Размытость. Тут по желанию. Качество дождя. Я оставляю на низкое. Детализация окружения. Включить. Уничтожаемые объекты. Включить. Блики тоже включаю. Линза по желанию. Глубина резкости. Вот она уже кушает FPS. От 3 до 5 кадров в среднем. Поэтому по желанию я лично оставляю включенным, потому что это все-таки резкость. Мыло я не очень люблю, как и многие из вас. Остальные параметры качества освещения, качество эффектов. Тестил в разных локациях, на FPS почему-то никак не влияет. Поэтому я оставляю на высокое. Первый пресет у нас получился как-то так. То есть мы не очень много параметров отключили, потому что многие из них на FPS плюс-минус никак не влияют. Но если влияет, то не так значительно. Возможно, как-то вместе там отражение, тени будут влиять на FPS. Но я так не тестил, поэтому не знаю. Теперь второй пресет для более слабых ПК. Разрешение, как я говорил ранее, понижаем на 1-2 параметра, либо больше. Все остальное мы оставляем по дефолту, кроме разрешения видеороликов. На FPS, конечно, никак не влияет, я не знаю. Если у тебя видюха Intel встроенная, то да, ставь на Full HD. Трассировка лучей, естественно, отключаем, если доступно. Fidelity FX. Тут нужно тестить. Оставляем сначала на качество. Если есть проблемы по FPS, ставим на баланс, либо быстрое действие. Качество изображения. Если мы не включаем трассировку лучей, то можем понизить само качество изображения. Бустит много кадров, но ставить ниже 80% я не рекомендую. Но даже на 80% у вас будет неплохой такой буст. Режим отрисовки. Чересстрочный. Сглаживание. На всякий случай мы выключаем, потому что на слабых системах процессор либо видеокарта может справляться со сглаживанием не так хорошо, как более мощное. Качество текстур. Тут выбираем по объему твоей видеопамяти. Но все равно рекомендую, если мы ставим высокое, то 0.25 ГБ, либо 0.5. Качество фильтрации текстур. Здесь мы выбираем 8X. Качество сеток. Среднее. Тени. Низкое. Кэш теней. Включить. Контактные тени. Выключить. Рассеянное затенение. Выключить. Качество объемного освещения. Низкое. Освещение частиц. Низкое либо высокое, смотри по ситуации. Свечение отключаем. Отражение в экранном пространстве выключаем. Рассеивание тоже выключаем. Детализация волос выключаем. Тела по желанию. Неисчезающие тела мало. Физика тел низкая. Разнообразная анимация врагов. По желанию, но пока можем оставить на включенное. Размытость движения выключить. Качество дождя низкое. Детализация окружения выключаем. Уничтожаемые объекты включить. Блики по желанию, линза тоже по желанию, глубина резкости выключаем, качество освещения и качество эффектов мы ставим на низкое. И у нас получается второй пресет следующим образом. Теперь же нам нужно перейти на рабочий стол и сделать небольшую оптимизацию нашей системы. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивчик для бусти с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Для тех, кто смотрел мои предыдущие ролики, делать оптимизацию не нужно. Эта вся информация касается только новых зрителей. После того, как настроили игру, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть три папки, приложение MSI Mod и схема питания. Начнем с команды. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду, нажимаем PKM, копировать, PKM напуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка,
Да. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Открываем ярлык «Схема питания». «Показать доп. Схемы». И ставим галочку на «Максимальная производительность». Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае игра куплена за корсарские рубли. Находим приложение RE4. Нажимаем «PKM». «Свойства». «Совместимость». Ставим галочку на «Отключить оптимизацию во весь экран». Далее параметры высокого DPI и ставим галочку на «Режим масштабирования». Нажимаем «Ок», «Применить» и «Ок». Копируем путь к самому приложению, нажимаем «PKM», «Копировать». В нашем архиве открываем аппаратное ускорение, обзор. Вставляем наш скопированный путь, приложение RE4, «Добавить», «Параметры» и ставим галочку на «Высокая производительность», «Сохранить». Если тебе доступна функция «Аппаратное ускорение», тогда можешь ее включить. Ну и конечно же, после всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Нажимаем «PKM на пуск», «Диспетчер устройств», «Системные устройства», а опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем «PKM» и «Отключить устройство». Нажимаем «Поиск», пишем «Xbox Game Bar», «Настройки», «Создание клипов». И нам нужно убедиться, чтобы галочка на «Записывать в фоновом режиме» была обязательно отключена. Далее нажимаем просто «Закрыть» и «Закрыть». Теперь нам нужно сделать настройку и небольшую оптимизацию нашей видеокарты. Для этого открываем наш архив «Настройка видеокарты». Здесь у нас есть три папки для разных видеокарт: AMD, Intel и NVIDIA GeForce. Начнем как раз таки с нее. Первый подпункт. Залетаем на сайт и качаем последнюю версию для нашей видеокарты. Далее открываем NVIDIA Driver Settings и делаем настроечки так, как указано у нас на картинках. Если у нас видеокарта от AMD, открываем AMD Radeon. То же самое. Залетаем на сайт, качаем последнюю рекомендованную версию для нашей видеокарты. Делаем установку только Minimal Install. Открываем AMD Driver Settings и делаем настройку так, как указано на картинках. Если у нас Intel, то здесь тоже есть две картинки, делаем настройку. Открываем папку «Очистка», «Delete them files», выделяем все файлы, Shift, Delete и Enter. Ставим галочку и «Продолжить». Все, что у нас не удаляется, нажимаем «Отмена». Возвращаемся назад, открываем «Delete them files», выделяем все файлы, Shift, Delete и «Да». «Отмена». Возвращаемся назад и открываем диск «Clean up». Диск C, ОК. Очистить системные файлы. Диск C, ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Нажимаем PKM на MSI мод. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку «Бэкап файлов реестра». Здесь у нас есть 4 бэкапчика. Допустим, мы сделали активацию, и нам нужно будет это все вернуть. Просто делаем такую же самую активацию, только уже бэкапов. Либо же перед этим делаем полностью бэкап файлов реестра. Заходим в картинки и делаем так, как указано на картинках. Есть для рукастых, а также красиво расписал. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM слияние, Game DVR 2 PKM и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаем два раза LKM либо через Enter, то и запускаем как обычное приложение. Отзывающая систему PKM слияние, сетевой тротлинг PKM слияние и системный приоритет тоже PKM и слияние. В нашем архиве открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox мы, конечно же, отключаем. Записи, все, что здесь будет указано, все это отключаем. Игровой режим, мы его оставляем включенным. Переходим на главное, конфиденциальность, опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я, либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем, такие как Telega, Xbox, Xbox Game Bar и так далее. Все это можно спокойно отключать. После всех этих настроек залетаем в Resident Evil 4 и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч!